смотрел, раз, поворачиваю руку вперед, точнее, поворачиваю партнершу, два, иду с ней назад, три, четыре. Теперь нам нужно обратно вернуть, откуда взяли. Иду вперед и смотрите, снова поднимаю левую руку и опять ставлю ладонь к ладони. Давайте мы сделаем вместе шагом. Раз, и вот поднял. Вот здесь я попрошу вас не так конкретно надавить в ладонь друг другу. Прямо в ладонь надавить. Не сильно, без меня. Поворачиваю девушку по часовой стрелке. Два, руку пока не опустил. Здесь оставил, так удобнее будет. И отхожу назад. Три, четыре. Давайте еще раз. Давайте сначала. Основной шаг на месте. И раз, два, назад, три, четыре. Иду на партнершу. Раз, поворачиваю ее. Два, иду с ней назад. Три, четыре. Теперь снова поднимаю руку, иду вперед. Раз, поворачиваю. Два, и выхожу. Три, четыре. Значит, смотрите, ребят, когда вы вышли, как бы, когда девушка у вас скручивается под руки, у вас получилось, что рука партнера сверху, это женский хват. В целом, наплевать. Если вас это беспокоит, у вас будет следующий основной шаг. И есть возможность этот хват поменять. Смотрите, очень сложно. Вот, начали. Так, то есть если смущаетесь, можете помочь поменять во время основного шага. Давайте попробуем вместе. И раз, два, три, четыре, идем вперед. Раз, два, идем назад. Три, четыре, выводим. Раз, два, три, четыре. Понятно? Давайте попробуем в темп. Пять, шесть, семь. 8. Раз, два, три. Заводим к себе. Раз, два назад. Три, четыре. Выводим. Раз, два, три. На месте. Два, три. Себе. На месте. Заходим. Выходим. Давайте сами. Два движения, то есть мы с вами первую смену делали через живот, а вторую этот заход. То есть я вас сейчас что попрошу сделать? Изначально одна рука, то есть попрошу вас основной шаг станцевать, дальше смену через живот, потом на месте шаг, возьмете вторую руку и станцуете, станцуете выше. Давайте попробуем вместе. Я предлагаю сейчас всем партнерам встать так же, как и мы, точнее всем парам, чтобы ребята стояли спиной к воде. Так мы будем одинаковы, и вы будете правильно вы сделали. Сначала нам понадобится только одна рука. Основной шаг. Раз, два. Так, ребят, давайте все вместе начнем. Приготовились. Сейчас я сначала посчитаю. Пять, шесть, семь. На месте. Раз, два. Идем через живот. И раз, два, три. Основной шаг. Берем вторую руку. И девушку заводим к себе. Два. Входим обратно. Два. Дальше на месте. И снова через живот. Отлично. На месте. Берем вторую руку. Идем к себе. Выводим. Снова на месте. И через живот.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давай сейчас следующий на ноги дождемся. Еще чуть-чуть танцуем, потом следующее движение сделаем. Давайте еще 5 раз повторим. Давайте снова я попрошу, ребят, партнеры спиной к воде. Приготовились. 5, 6, на месте. 8, 1, 2, 3, через живот. Себе. Выход. На месте. Через живот. На месте, да, доводим себе. Выход. Немножко сами. Раз, два, три, четыре, раз, два, три.